Друзья, привет! Я решила снять для вас видео про макияж с яркими розовыми губами, потому что я люблю розовые помады. И, пожалуйста, игнорируйте мои волосы. Я знаю, можете не писать мне в комментариях, что они отстойно выглядят. Я в курсе. Так, мы начнем с серых теней. Светло-серые. И немножко смешаем их с более темно-серыми. И нанесем на все подвижное веко. Это будет матовый, довольно естественный макияж для глаз, зато более веселый для губ. Так, нормально. Дальше мы берем коричневые тени. Это Essence 06. Такой среднекоричневый, большую кисть. И наносим их в складку. Иногда у меня такое ощущение, что, имея примерно 300 разных теней, я в туториалах пользуюсь одними и теми же тремя. Я клянусь, что в повседневной жизни я пользуюсь большим количеством. Не намного, конечно, но... Так, чуть-чуть. Так, нормально. Дальше мы берем светлые тени. Это мои любимые Шерима Шери 906 Pinky Lilac. Выглядят вот так. Холодный светло-розовый цвет. Сначала мы наносим их во внутренний уголок глаза. Но чтобы глаза выглядели уж не совсем скучными. И потом под бровь. Дальше мы берем черные тени, растушевываем их по нижнему веку. Дальше мы берем гелевую подводку. У меня Vivienne Sabot оттенка 01. Кисть. Сейчас. Я прошу прощения, я не собранная, потому что, серьезно, меня это добивает. Я чувствую, что не смогу смотреть в зеркало ближайшие полгода, пока эта хрень не отрастет. Ладно, мы берем гелевую подводку.
и рисуем стрелки. Какая она стала густая. Неужели она наконец засыхает? А это значит, что я смогу выкинуть ее наконец и купить себе нормальную подводку. Я не знаю, я одна так делаю, когда вроде косметика не очень подходит, но ты ее сохраняешь, потому что, ну, почему нет? Ну, конечно, не всякую косметику, но почему-то с этой гелевой подводкой я никак не могу расстаться. Она очень жидкая, очень мало пигментированная, но каждый раз я говорю себе, ну, может пригодиться. Пора сделать над собой волевое усилие ближе к Новому году, распрощаться со всей этой хренотенью. Да, ровные стрелки мне сегодня тоже не получилось нарисовать. Боже мой, это не мой день. О! Ну, лучше уже вряд ли получится. Дальше мы берем тушь. На нижних ресничках я буду использовать Essence I Love Extreme, потому что она обалденная. Слышите ли вы по моему голосу, насколько я впечатлена этой тушью? Так, румяна возьмем Lumene, оттенка 1 Winter Rose. Они очень холодные, обожаю их. Мне кажется, идеально на зиму. На улице такой холодный свет, что мне кажется, помимо того, что я выгляжу абсолютно белой, румяна, я не знаю, увидите, что они есть. Ну вот, в общем, они есть. Дальше тушь для верхних ресничек я возьму H&M Volume Mascara. Она, опять же, не ахти. Но у меня такое паршивое настроение, хуже не будет. Ну и тем более на верхних ресницах эта тушь хоть как-то держится. И прорисовывается. И в целом наносится. Если вы не смотрели мои обзоры, то идите ко мне на страничку и посмотрите. Я тестировала 3 туши в этом месяце. 2 оказались удачными, а эта оказалась... не. Ну да, на верхних ресницах, в принципе, она вполне терпимо выглядит. Нижняя она не прокрашивает вообще. Ни разу. Так, теперь губы. Я начну с карандаша. Это Sinful Colors, оттенок... Нет, оттенок не сохранился. В общем, самый их яркий розовый.
Помаду я беру H&M, вот которая и помада, и блеск. Оттенок назывался... Нет, никак не назывался? Come on, где-нибудь должен быть. Нет, вы знаете, оттенка нет. Что такое? В общем, она ярко-розовая, холодного цвета. Я наношу ее кисточкой, потому что из тюбика она наносится, как мне кажется, слишком пигментированно. Ну да, носить кисточки намного удобнее и эффект лучше. Так вот, что у нас получилось. Надеюсь, вам мой макияж понравился больше, чем мои волосы. И спасибо за просмотр. В следующем видео я постараюсь быть позитивнее.